Сначала, конечно, некий страх, высокий. За кем ты измагаешься, и, ну, паранойя была, когда выходишь в дверь дома и начинаешь шукать, что за тобой там сочет, решишь, что с тем. Потом не подключаешься до этого и становится неким сентинормой. Это то же самое, как мы зараз часто кажем, что давайте мы по телефону. А ранее это было не дико так, но мы просто непризвычайные были до того, что нас могут послушать по телефону. А зараз это уже как бы становится нормой. Просто не так сразу же приходится себе успокоить, хотя это ненормально успокоить. Ну а я решить далее. Разумеется, у меня есть некие свои там оборонные редуты, о яких я, вот, может, и сам не догадываюсь. Я не ведаю, что будет со мной, когда мне будут запускать пальцы и говорить, потому сказать, что до конца там железный, я не могу. Я зрозуміла, что в таких умовах больш-менш чалавечых жыццёва неабходна заставацца чалавекам. Просто калі ты не будзеш затрымлівацца чагось, некай свабоды ўнутраны, то навошта тады жыць?